Гормоны, вырабатываемые организмом при стрессе, пробуждают раковые клетки. К такому выводу пришли биологи из Филадельфии, проводившие эксперименты на мышах. Для этого у мышей с раком легких после удаления опухоли провели химиотерапию, а некоторых из них ежедневно подвергали стрессовым ситуациям. Через 3 недели у последних опухоли снова выросли. Однако у тех, кто не подвергался стрессу, этого не произошло. Главными участниками реакции стресса являются гормоны, в частности адреналин и кортизол. И действительно, в основном, когда мы говорим о вероятности развития рака, обычно связывали риск с кортизолом. А вот недавние исследования как раз показывают то, что и адреналин тоже может явиться участником этого процесса. Чтобы уменьшить реакцию на стресс, исследователи обработали некоторых мышей бета-блокатором, ослабляющим действие гормонов стресса. У них уровни белков S100A8 и SA109 оказались значительно ниже, и несмотря на стресс, реже образовывались повторные опухоли. Также ученые заметили, что пациенты с раком легких, принимающие бета-блокаторы, живут гораздо дольше. Основа всей этой работы заключается в том, что всем известные широко используемые в кардиологии препараты бета-адреноблокаторы способны подавлять как раз продукцию этого белка, который выделяет нейтрофилы, а значит подавлять активность опухолевых клеток, в этом случае замедлять прогрессирование заболевания. Однако для людей здоровых стресс не несет за собой таких последствий, как опухоль. В целом стресс не является, не относится к категории канцерогенов, да, то есть не относится к тем факторам, которые являются четко причиной развития опухоли. Стресс может создавать некий фон для того, чтобы заболевание развивалось, поддерживалось и прогрессировало. Полученные результаты могут помочь в борьбе с рецидивом онкологических заболеваний, раскрывают механизмы, реактивирующие спящие опухолевые клетки. Кристина Надыршина, Универньюз.